Не так давно велосипедистка Копейской спортивной школы Дарья Гордеева увлеклась рисованием по ткани. Футболки, толстовка и джинсовые шорты с разными картинками уже находятся в ее коллекции. В первую очередь я этим занялась для себя, для развития своего интеллекта, скажем так, попробовать в принципе что-то новое, кроме раскрутки педалей. Я наблюдала за девушкой-блогером, которая занимается росписью джинсовок. Она очень здорово это делает, и мне прям вдохновило это все. Я решила тоже попробовать. Единороги, пингвины, космонавты и коты. Выбор рисунка ограничивается фантазией, цветовой гаммой имеющихся красок и временем. Для того, чтобы рисунок получился качественным, на него накладывается очень много слоев, и каждый слой должен хорошо просохнуть, чтобы краски не дали разводов, и рисунок получался четкий. На данную работу я потратила примерно 6 часов. 6 часов работы, и можно носить уникальную вещь собственного дизайна. Можно даже исправить заводской рисунок старой, но любимой толстовки. Заманчивое предложение для знакомых мастерицы. Пока я делаю только своим друзьям и своим близким людям. В целом работ не сильно много, но людям, которым я сделала рисунки, очень довольны и всем очень нравится. Ранее Дарья никогда не занималась творчеством. Теперь же радуется каждой новой баночке с краской. Больше возможностей. Спорт и творчество в жизни нашей героини сейчас идут бок о бок.